Привітання, сябры! Цікаво даведацца, чым я тут займаюся? Не хвалюйцеся, ад вас у мяне сакрэтаў няма. Салют усім! Ой, дзе гэта я? Дакладна ў калыханцы? Дакладна ў калыханцы, упрыгожаны каляровымі шкарпэткамі. Падабаецца? Ой, Тёма, ну насмяшыў! Мне уже іншого места не знайшлося, каб посушить свою бялізну. Да нічого мне не треба сушить. А ты на что ты нам свои шкарпетки демонструешь? Это я для подарунков их поразвешивал. Для каких подарунков? Новогодних от дядули Мороза. Тёма, мы подаруночки от дядули Мороза уже отримали. А ты еще хочешь? А кто же от подарунков отмовится? Ты слухай, я тут доведался, что еще амаль весь тыдень после встречи Нового года можно отрымливать подарунки от дядули Мороза. Не подманываешь? Не, миновито так и робят детки у Америцы. Уху! А что для этого треба робить? Усяго только развесить карпетки и чакать. И долго? Ну, не ведаю, але подарунки повинны з'явиться миновито у шкарпетках. У шкарпетках? О, почекай, почекай, як я мог забыться? Так, где ж я на... А, ты что шукаешь? И книжку одну! О, мне Нестор читал. Во. Про что читал? Так, во, знайшов, слухай. У Нидерландах у святочные зимовые дни дети выставляют на бачное место для подарунков червяки. Чу? Не, но лепш шкарпетки. Ну, кому як? А я лепш пошукаю великий червяк. У им больше подарунков сместится. А у меня есть великая шкарпетка. О. Во! Знайшоў, што трэба. О, не што сабе. Яшчэ той памерчык. Лепш сядзець моўчкі, каб дзядуля Мароз нас не пачуў. Ой, згодны. А яшчэ лепш схавацца, каб ён нас і не ўбачыў. Так і зробім. Давай за мной. О, ты чуў? Здаецца, нехта прыходзіў. О, не інакш чаканы дзядулечка. Так, хутчэй глядзім, якія падарункі ён нам пакінуў. О, што гэта? Гэта бульба. Але ж мы прасілі падарункі. А цікава, а ў мяне што? О, так само бульба. Дядулечка Мороз, вертайтеся. Привитание, сябры мои. О, Нестор, привитание. Привитание, сябры. А вы что, кликали дядулю Мороза, тем не подалося? О, не подалося, мы его так чакали, червяки и шкарпетки подрихтовали. А он на во, бульбочки. А, я зразумел, вы чакали от дядули Мороза яшчэ подарунков, а атрымали по бульбочцы? Да. И не ведаете чему? Навык не разумеем. Ну, просто он доведался, что вы не вельми добро себе поводили на протягу года. Что? Угу. Мы? Откуль он это ведает? Он же чараўнік. Он все бачит и за усими сошить. Именно вито он вырашает, кто какие подарунки заслуговывает. Ой, Тёмочка. А мы ж с тобой інший раз сварились. Ага, и цацки у нас раскиданы, и книжки. Ой, и пыл на полицах. Ух, это вам еще пошанцевало. Нестор, ты про что? Про Деда Мороза с Нидерландов, якого кличут Синтеркласс. А что он робит, гэты Синтеркласс? Ён покидает у чаровиках послухмяным деткам цукерки, а не послухмяным достаются мяшешки с солью ти вугольчиками. Спадзяюся, не з гарачымі? Не, а вось у Італіі замест дзядулі Мароза шаруе фея Біфана. І кажуць,
тих деток, которые уздумают подпильновать яе, и она может навод огреть своей метлой. Ой, який жах! Угу. А вот финский Йолупуки, який зараз выглядит как звичайный Дед Мороз, ранее забирал до себе услугование непослухмяных деток. Ой, ну за що один? Да не, до того часу, покуль ты не выправиться. Та де ты, кто на протягу года поводил себе не вельми добро, лепш у Финляндии на новогодние святы не показываться. Это так. Нестор, а откуль ты все это ведаешь? Ну, книжки читаю. А может, в таком выпадку и про шкарпетки святочные расскажешь? Откуль они взялися? Ну, есть такая легенда. Слухайте. Шмат годов тому жил-был один добрый человек с трьома дочками. Семья была дружная, аккуратная и вельми бедная. И вось однойчи у новогоднюю ночь нечакано для их з'явился у их доме Дед Мороз ти Санта-Клаус. И что? И на здивление, там замес святочной елки и упригоживанию, ён убачил на камине только развешенные помытые шкарпетки и панчохи. И ему ничего не заставалось, как покласть подарунки у шкарпетки. Так, менавіта с тих часов люди и почали у святочные ночи развешивать шкарпетки и панчохи, как Санта-Клаус и Дед Мороз покинул там свой подарунок. О, зрозумела. Мистер, а как ты лечишь? До нас дядуля Мороз еще прийдет? Новый год же еще только почался. Обовязково прийдет, але коли вы выправитесь. Это мы а мы покуль мультфильм поглядим. Глядим, зябры. Нестор, ну як? Ну, чистеня и парадок, молодцы. Тады давайте худше развитываться с глядачами и класться спать. А то я Дед Мороз раптовно прыдзе, а мы не спим. До побачення, сябры. И солодких вам снов. Баю-бай, разом с нами засынай.